Так, будем глядеть обзор трактора МТЗ-952 и МТЗ-82. Производим ремонт тракторов. Так, вчера шланг трохи тек задний на навеску на гидроцилиндре. Разбирал, у нас уже снег выпал. Короче, снимал шланга, менял шланга. Новый поставил, то некий тек. Он не дыравый, ну. Там резьба плохая, она будто была. И я нечто слезала. Лучше поставил новый шланг, чтоб не тек, и маслив трохи. Буду устанавливать стопаки задние. Еще одни. Мост зробил, заказал подвесный подшипник. Будем устанавливать, сейчас придет подвесный подшипник новый. Ставить, подключать передний мост. Сейчас передний мост не подключен. Мост от трактора МТЗ-1221. Так, подключим и поедем на вспашку земли. Вспахаем. Там гектар земли, по снегу поглядим, как будет идти. Думаю, сварю лестницу самодельную сюда. С прутов простые, профильная труба. Сейчас покажу. Такая вот лестница. Так. Нечто побелело по морозу. Краска. Так. Это тяга. Я ее повешал, чтобы не соединял. Короче, она газует, там треба бутики понаходить. Подключил гидравлику, получается, я через такие вот переходники подключал. Этой трубки, короче, не было. Была одна трубка, я сам ее выгнул. Уже сейчас тут один еще тоже подключить треба будет. Так, по сиденью. Сиденье, думаю, не буду робить самодельно, куплю заводское бэушное. Какого-нибудь найду. По кришке, покуль на этих поездим. По весне купится диски. Становятся новые покрышки. По этому трактору, где сборка. Установили колеса. Меняем покрышки. Тут вот такие купили покрышки. Получается одна покрышка стоит $500. Так, вот старые они стерты. Навеску еще не произвел ремонт. Сейчас буду робить навеску, красить и ставить. Навеску на этот трактор. Тут покрышки не меняли. Будем менять, подсоединять еще. Такие вот трактор. Плохо, что снег выпал. Снег-то не сильно и добро, скажу я вам. Далее. Короче, будем робить это. Кабину еще не красил, зачистил, отшлифовал. И будем красить сейчас вот таком. Покрасим ее, кто не успел покрасить ее. Все зачищено по месту боковых этих рамок. Стояли рамки на боковых стеклах, поставили вот такие вот стекла без рамок. Лучше, чем с рамками. Больше обзорность получается на нем. Тут тоже на этом стоят без рамок стекла. Получается обзорность лучшая. Три рамки дорогие. Лучше такие ставить. Стекло, стекло получается стоит $10 одно стекло. Вот это боковое с резинкой вместе. А рамка была стоить со стеклом $50. Новая, может и дороже. Но там вот это рамки ставятся, если здесь все рубить. Не так и веткой, крепчее, а так если не это и добрые стекла, короче. Будем робить потихоньку.
Не забывайте подписаться на канал, чтобы там глядеть, комментировать. Мы этот трактор покрасили, вот глядите, кабину не красили. Этот трактор получается с 2000 года выпуска был. Шестисильная кабина была. Тут трохи зашпаклевали. Дверка была погнута. Ну тут будем собирать, не буду дальше снимать, треба робить, пока.